испанского или итальянского. Англичане как-то вот в превью к матчах о таких событиях никогда ничего не пишут. Поэтому, честно говоря, я вот сейчас благодаря английским коллегам-комментаторам понял, о чем, собственно, идет речь. Но обязательно в перерыве уточню информацию. Или, может быть, кто-то из вас меня опередит и подскажет на нашем форуме, что сегодня у Рэя Кеннеди за дата. Но, тем не менее, действительно, очень все было сделано красиво. Ну, а матч большой, потому что победа Ливерпуля выведет команду Рафаэля Бенитеса, или ничья временно, по дополнительным показателям, если ничья, на опек тому, что у Ливерпуля времени было побольше на отдых. Вот Торрес ходит, штрафной удар в дальний угол. Первая возможность открыть счет у Ливерпуля довольно легко. Фернандо Торрес вошел в штрафную площадь у команды Арсен Венгер. Устоял Торрес на ногах и не позволяет Туре помешать ему как следует. Удар! Это Риера. Ну что ж, очень серьезно настроился Ливерпуль на этот поединок. Пока Арсенал, что называется, никак не войдет в игру. Ну вот пауза в 11 лет после первой встречи. Кел делает отличную передачу. Бедайон упускает возможность открыть счет. Фабианский, видимо, обрадовался тому, что так здорово сыграл против Бенаюна. И на кураже ошибся. Хотя, наоборот, на кураже надо вроде действовать более... Маскерано, повезло ему сейчас, удачно очень сохранился мяч. У Маскерано хороший удар, нанес он его по воротам. Фабианский в створ не попал. Чем? Торрес. Неловкий пас. Тем не менее, атака продолжается. Торрес! Фабианский вступает в игру и во второй раз в сегодняшнем матче выручает свою команду. Не на ход, а куда-то в сторону. Подача, недопонимание, Фабригас, удар, не было вне игры. Если бы сейчас чуть-чуть больше повезло Арсеналу, могло закончиться это совсем плохо для Ливерпуля. Из ничего Арсенал... Здесь первый должен быть на мяче Фабианский. Не допускает ошибку голкипер, хороший. Сейчас садится поглубже. Торрес поторопился или нет с ударом? Удар очень был хорош. Опять Фабианский сейчас выручает, потому что удар был неожиданный. А мог ли Торрес больше пользы извлечь? А Торрес сыграл как положено нападающему. Отобрал мяч. Увидел, что можно бить, и пробил. А это Агер. Может быть, не бил поворотом, а сбрасывал в сторону дальней штанги. И с мячом. Замахивается. Ох, какая передача. Нет положения вне игры. Забивать надо. Аршавин, которого не было видно полчаса, открывает счет на Энфилде. 1-0. С чего я взял, что Самир Насри левша, ума не приложу. Левша, так, право ногой. И тут же бросается в атаку. Бенаюн с мячом. Входит в штрафную площадь. Торрес открывается. Бенаюн бьет! Фабианский, браво! По-прежнему лучший на поле это, на который, забив гол, почувствовал себя поувереннее. Стал все чаще смещаться в центральную зону. А это Сонг. Остро играет. Маскерано никто не держит. Почему? Опасно! Не удержал Фабианский. Иногда, может быть, захлестывают эмоции молодого голкипера. И не всегда он может контролировать эмоции, а вместе с ними и мяч. Сейчас главных козырей Ливерпуля на второй тайм. Подача! Бенаюн! Удар поворотом. Я бы выделил Бенаюна в первом тайме у Ливерпуля. Торреса, ну, в чуть меньшей степени. Ну и Фабианский, конечно, красавец. Бенаюн сделал паузу. Замечательно, на свободное место заснул Санья. Риера, прострельная передача. Кто бить будет поворотом? Удар! Хороша была атака. И вновь надежен и спокоен Фабианский. Да, защита кругом. Очень приятный футбол, на мой вкус. Ну и самое главное, что номер ливерпульский, его на одной трибуне, и арсенальский на другой. Кеут с мячом дважды пасует. Торрес 1-1! Сколько? 4 минуты понадобилось. Арсенал спит, как и в первом тайме. Только вот в первом тайме Ливерпуль свое преимущество в гол воплотить не сумел, пока Арсенал входил в игру. Арсенал не вошел. И во втором тайме в игру, смотрите, какая Централ даже из обороны выйти. Кеут опять лезет в штрафную площадь. Наброс на дальнюю! Как же Санья сейчас выручил или не выручил? Автогол 2-1. Бакари Санья, выручив свою команду, забил гол. А поздравляют Бенаюна, который, может быть, травму получил. Сейчас побежал Ховард Уэбб выяснять, не задавили ли там израильтянин. Давайте смотреть, кто забил.
Мяч был в ворот. Кирано. Кяут. Арбело. Как легко сегодня дают принимать мяч защитники Арсенала. Причем что слева, что справа, что в центре. Торрес будет. Но иногда и через левый фланг. Хороший пас на ход. Риера, если Торрес не залезет в офсайд, будет опасно очень. И так было опасно. Риера бил в подкате. Арсенал ликвидирует угрозу. Арбело. Аршавин. Отбор мяча. Аршавин подходит к штрафной. Бьет. Гол! Вот это гол Аршавина! Дубль Андрея на Энфилде. Какой мяч забивает российский игрок, а? Вот так оплюха Рафаэлю Бенитесу от Андрея Аршавина. Смотрим еще раз. Аршавин сбрасывает туда мяч. Дальше Арбело. Заснул. Но зачем же его почаще мяч давали? Насри. Прострел. Аршавин. Давай хитрик. Ес, 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 ес. Получи. Как вот бывает в футболе. Показывает. Три забил. Как так бывает? Потрясающе, а? Просыпайтесь все, кто уже заснул. Такое бывает тоже, может быть, раз в жизни. Футболист сборной России забивает на Энфилде. Делает хит. Сложно было ему сложиться и выручить свою команду. А, это Торрес. Торрес, удар! 3-3! Подъем! Это еще не все. 73-я минута. Английская премьер-лига жжет во всех турнирах. Эдак еще посмотри. Это достаточно высоко. Идет вперед. Можно играть, Бенднар. Неужели был офсайд? Неужели был офсайд? Ну да, чуть-чуть на пол локти был. Мне кажется, Алонсо будет бить удар, но это плохая идея. Все высокорослые ливерпульцы здесь. Алонсо, подача, Торрес! Гибс выручает команду свою от того, чтобы мяч не влетел в сетку ворот. Кто Торреса держит? С линии ворот. Подача. Ворота закручивал мяч Аурелио. Фабианский удар по воротам. Но, между прочим, могло бы и повести к Эрегеру сейчас. С летом пробил он. В метре где-то от штанги. Российскому времени уж слишком поздно она проходит. И, наверное, не все имели возможность в прямом эфире это посмотреть. Удар. Уолкот, Фабригас, стенка. Уолкот с мячом. Удар поворотом не лучше решить. Видите нам, что здесь? Мы же не видим, а теперь видим. Аршавин побежал забивать покер. Если он забьет... Этот матч еще вспомнит, и он займет достойное место. Он еще не закончился, этот матч. Элзар пробил, Фабианский отбил. Но 4 мяча Аршавина на Энфилде. Покой бесплатно выдавать. Алонсо. А Маскерано сбрасывает Бабел. 4-4. Ля-ля-ля. Бен Аюн. Я закажу себе, пожалуй, сейчас машину в специальную больницу. Уолкот. Офсайд, 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 офсайд. Взмывает вверх. Торрес, мяч попадает в руку защитнику, но Уэбб показывает... Эта игра все в этом матче, но не все в чемпионате. Если в таком духе АПЛ будет завершать сезон, да еще и в Лиге чемпионов, да еще и в Кубке Англии, ну тогда я не знаю, зачем еще смотреть что-то другое. И хватит ли на это сил?
и прочего. 4-4. Андрей Аршавин.